Психологию водителя как такового изменить очень сложно, потому что для того, чтобы это сделать, требуется изменить психологию общества в целом. Я уверена, что это сделать и так, что нужно пойти другим путем, да? Не это делать. Что нужно более четко строить дороги, кстати, это действительно так, да? Что обязательно те перекрестки, которые имеют серьезное значение на дороге, обязательно должны быть оснащены все-таки светофорами. Потому что вот на дороге, о которой идет речь, вообще не было на самом деле знаков. Знак «Уступи дорогу» вкопали только сегодня рано утром. И это кощунство на самом деле. Только сегодня рано утром поставили отбойник. И это тоже относится к разряду, на самом деле, ну, маленьких, казалось бы, должностных преступлений, частных, но которые приводят в результате к большому кошмару. Итак, я считаю, что должны быть приведены в порядок дороги, в том числе и среднемуниципального значения, каковым и относилась та часть дороги, на которой произошел этот ужасный случай. Ну и, конечно, вы посмотрите, кадры решают все, об этом говорил еще Владимир Ильич Ленин, простите, не к ночи быть помянут, да? Кадры решают все, поэтому как оказался человек с гражданством другой страны, с правами другой страны, с нарушениями в количестве там, 9 штук за год за рулем, и то, что он сделал на видеорегистраторе, это видно, это чудовищно. И так, конечно, более активно относиться и неравнодушно, на самом деле, относиться к тому, что происходит на дорогах. Мне кажется, что еще подводя черту, все это прерогатива, конечно же, МВД и в частности ГИБДД.